Давай поговорим, вот есть такая животрепещущая тема, мы опять немножко отходим, да, от основной тематики канала, просто твое мнение, как, хотя на самом деле, я думаю, психологии там тоже хоть убавляй. Виктор Цой, ой. Опять же, все, все последние месяцы, тем более было 30-летие со дня гибели довольно великого человека, да, этого, вот, и... Очень много всего сразу в средствах массовой информации возникло, значит, ну и самые такие яркие, да, вбросы в интернет-пространство, вообще в медийное пространство, это то, что сначала Саша Цой запретил исполнять вообще кому бы то ни было песни отца, соответственно, подразумевалось коммерческое исполнение, mm-hmm. да, за которое там люди получают деньги. Вот. Дальше пошло больше. Буквально новость вчерашнего дня, насколько я знаю. То есть я потом еще раз уточнил. Сначала были заголовки о том, что семья Цоя, то есть его наследники, писалось так, что они написали письмо Путину. Вот. С козырей зашли. Да, с просьбой. Слышал про эту историю? Да. Да, с просьбой запретить фильм Алексея Учителя, очередной про Цоя. Но это ладно, эта история, наверное... Можно чуть попозже про нее поговорить. Все-таки возвращаясь к тому, что Саша запретил исполнение песен отца, я бы даже хотел коснуться, знаешь, какой темы? Ведь, если так подумать, многие из тех, кто занимаются именно коммерческим исполнением вот, песен группы Кино, они порой вот создают такое ощущение, что этот человек живет не своей жизнью. О, да. Вот, понимаешь? И то есть тут как раз вот тема психологии, наверное, вот выходит все-таки на передний план. Вот интересно, вот в большинстве, наверное, своем эти люди, как это сказать помягче, неправильно живут. Не то, чтобы они неправильно живут, они живут как живут. Если их это не беспокоит, значит, они живут правильно в этом плане. Да. Ну, как тебе сказать, в психологии... По большому счету, это я периодически на канале начинаю там что за говно? Вот это вот. И так далее. Ну, потому что это все-таки мой канал, и я, ну, как бы могу немножко добавлять своего какого-то мнения в этом, ну, какие-то темы. А в психологии по факту нету хорошего и плохого. Вообще. Есть конструктивное, есть деструктивное. То есть, если, ну, вот человек исполняет песни Цоя, одевается как Цой, ходит как Цой, гитара у него как у Цоя, прическа как у Цоя. Да вообще весь Цой, да не Цой. Если ему это не мешает, если ему это нормально, значит, это конструктивно, ну, для него, подчеркиваю, значит, ему это нормально, значит, он, ну, как бы он живет, в этом пусть живет. А если вот ему это начинает мешать, например, в творчестве, типа, блин, не могу свою песню написать, либо... не могу там найти себе женщину, потому что все думают, то, что я как Цой, а я ж не Цой. Слишком много слова Цой в этом видео. Ну и ладно, тем не менее. Ну вот. Ну, ему это начинает мешать. Он не может выстроить свою личную жизнь из-за этого. Вот тут это уже, ну, не конструктивная, такая деструктивная позиция. То есть ему нужно, ну, как бы, психолог должен ему... назовем это помочь, не буду уходить в детали. Помочь понять, посмотреть себя со стороны, что происходит не так, и как наладить, ну, как деструктивно превратить в конструктивно, чтобы у него все получилось. Вот. Причина, почему он так ведет себя, да, там тонна их может быть. Начиная от того, что кумир, там, детство, заканчивая том, что, я не знаю, низкая самооценка, и через Цоя он себя расширяет тем самым, да, то есть он пытается вылезти за счет кого-то, расширение так называемое. Ну, вот. Ну, то есть, все что угодно может быть. Мы с тобой недавно разговаривали, да, то, что говорить о тех, кто пытается быть, ну, таким, как Цоя, условно. И вокруг больших людей всегда находятся люди, которые пытаются за счет этих людей расширить себя. Мы с тобой по поводу книги какого-то там пятого друга, седьмого брата, который типа знал Кобейна, написал, да, там, да, огромную книгу. Ну вот, он пытается расшириться за счет имени как человек, который видел один раз в жизни, условно говоря.
Также, по большому счету, и тут. Ну, это тот, кто написал про Кобейн, это все-таки несколько о другом. Наверное. Да не, я понимаю, но я тебе просто рассказываю, почему вот люди, ну, пытаются быть похожими, ну, там, пей как Цой, вести себя как Цой и так далее. Ну, как бы ни Цой, ни Дин, он же ведь такие люди. Ну, да. Есть, я не знаю, я забыл, как эта группа называется, которая один в один Led Zeppelin. Ну, то есть, да нет, я тут Цой взял в пример, исключительно для примера. То есть ну, я да, понимаю, что это на самом деле, ну, как бы в мире вообще это как явление есть, ну, существует, да, на кого угодно люди могут быть. И я просто иногда слышу печальные довольно истории, когда люди ну, практически с ума сходят в прямом смысле, повернутые на своих кумирах и в попытках, там, я не знаю, пластические операции начинают тоннами делать, там еще что-то. Но ну, это да. Уже прям вот просто страшно становится за этих людей. А может и не страшно, я ну, не вот знаю. О том и речь, ты понимаешь, в чем дело. Ну, как бы страшно, страшно тебе. А им это как бы норм. Но если... Нет, ну потом у них приходит горькое разочарование. Это уже дело третье. А у некоторых не приходит. И некоторым и на образе Цоя ездит 30 лет, как он, вот они все 30 лет и ездят. Понимаешь? И это вообще нормально. Ну хорошо, с этой темой понятно. Что скажешь, может быть, кратко как-то именно о самой ситуации, о том, что произошло насчет запрета этих авторских прав? Ну, как относишься к этому сам? Ну, лично мое мнение, Саша полностью прав. Ну, то есть сейчас столько групп, которые ну, пытаются походить на ну, Цоя старшего, Виктора ну, Цоя, да, на группу кино. И... группы, мало того, что я как музыкант могу сказать, мало того, что копирующий стиль, так копирующие плохо, понимаешь? Ну реально плохо. И неинтересно, ну то есть ужасно. А с учетом, и я еще плюс ко всему понимаю подноготную, для чего он все это делает, потому что у них сейчас будет реально концерт группы кино, прости господи. Угу. Вот. И он правильно делает с точки зрения коммерции, скажем. То есть я полностью понимаю, почему он, для чего он это делает. Чтобы ничего лишнего, только мы. И это нормально. Просто самое частое, что я читал во всяких комментариях под этими новостями, ну, те, у кого бомбить начинает из-за этого, ну, вот, чаще всего почему-то в контраргумент приводит то, что вот, запрещаете петь нам, да, вы хотите, чтобы мы его забыли. Вот понимаешь, то есть если вдруг... песни группы кино не будут исполняться этим огромным количеством групп, и не только, а там, сейчас уже не те времена, чтобы с каждого двора, да, там, группа крови неслась под расстроенную гитару, но тем не менее, ужасно. Они прям боятся то, что вот так культура изживается, вот так ее на корню и рубят, мы-то его не забудем, а вот следующее поколение его забудет. Ну, я как бы могу по этому поводу тоже сказать, ну, свое мнение, но интересно все-таки услышать, что ты думаешь по этому поводу. Ну, во-первых, я, работая с подростками, могу сказать то, что группа кино среди молодежи имеет место быть однозначно и бесповоротно до сих пор, что характерно. Ну, это потому, что уже выросло поколение, да, тех людей, которые выросли на группе кино, там, да, они передают, пытаются там с самого детства этих людей, да, заложить и так далее. Вот, а по поводу, ну, зачем слушать, блин, вот мы пьем чай, да, зачем пить... не знаю, десятую заварку, если можно, ну, реально просто попить нормальную заварку. Да. А ты сейчас мой адрес, что ли? Не, нормально, нормально. Ну, то есть, зачем, ну, как бы, слово «бодяжить», да, но оно понятно. Зачем вот это разбодяженное, да, принимать в себя в плане музыки, если есть, ну, оригинал, который можно послушать всегда и передать всегда, а то, что, ну, вы поете там в подворотнях, ну, пойте, в чем проблема? Там коммерции мало. Там коммерции нет. Коммерция начинается, если я не ошибаюсь, от 1000 человек в зале. Как только 1000 человек в зале есть, вы должны платить, ну, соответственно, определенные проценты. Гонорар, да. Понятно. Ну, насчет 1000 я могу ошибаться, но, по-моему, это 1000. Да. Ну, я... То есть, извини, даже если ты поешь Цоя, и перед тобой 30 человек в каком-нибудь кабаке, да никто тебя, ну, никто тебя не тронет. Я тоже думаю, что на самом деле вот эти выпады со стороны бомбящих, они ну, не имеют основания. На самом деле сравнение может быть очень банальное, но опять же, более понятное широкой массе, да, Владимир Семенович вспомнил.
Вот. Понятное дело, да. Понятное дело, что организовываются какие-то концерты там раз в году, на самом деле, вот, чтобы каким-то образом. Причем очень интересные концерты. В основном там, ну, интерпретация его песен, но, по крайней мере, они проработаны хоть ну, как-то. Да, ладно, это, вот. Ну, как бы... Но да. Я к тому, что всенародная любовь-то, она, в принципе, не увядает. Вот. Да и на самом деле, я могу так сказать, то, что люди, которые говорят, то, что вот, убивают культуру, да эта культура уже давно умерла, на самом деле. Если так присмотреться, эта культура остается только у людей в возрасте, там, по большому счету. Именно я про культуру говорю. У людей 35+. Все, что моложе, там уже ребята вообще про другое. Максимально про другое. И вот эти бомбящие люди, это просто люди, которые не сталкиваются с ну, молодежью. А когда сталкиваются, говорят, вот что же молодежь-то пошла! Не та, не то! Да та и то. Просто ты стареешь. Понятно. Как-то так.